Всем привет! Вы на канале Galamix USA. Сегодня Аня принесла из школы что-то интересное. Анечка покажет нам, что она принесла. Сегодня надо было в школу прийти в пижаме. И можно было принести с собой подушку или одеяльце. Накануне Рождества они делали в классе вот такие паровозики. Этот паровозик сделала наша Анечка. Сейчас покажу вам с этой стороны его. Очень много конфет. Вместо клея она использовала специальный крем, который я недавно показывала в своем видеообзоре покупок. По-моему, еще нормальный паровозик вышел. Анечка у нас учится в первом классе. Спасибо большое, что смотрели наше видео. Ставьте лайки и всем пока!